Будем начинать наше служение и настраивать наши сердца, чтобы нам и снова в этот день воскресный поклониться нашему Господу. Псалмопевец говорит такие слова в 9-м псалме. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем». И сегодня мы собрались на это место, чтобы прославить нашего Господа о спасении, которое Он нам с вами даровал. Слава Господу! Не по делам, не по заслугам. Он определил твою будущность в вечности с Ним. Он нас спас. И этот уже факт, который был произведен, и Он на кресте сказал, совершилось. Слава Господу! И мы будем призывать Божие благословение на наше сегодняшнее служение. Вот, но сегодня нас немного, и поющих опять немного, да, лето, лагеря, молодежь вся на поляне, кто-то в отпусках, лето в Сибири, вот, поэтому люди стараются где-то, конечно, отдохнуть, и наше служение, оно будет сегодня также две проповеди, как и прошлое, потому что, ну, и поющих немного, и проповедующих немного, потому что, ну, все в разъезде, но мы уже будем настраивать наши сердца, чтобы с первых минут нам прославить Господа и поклониться Ему в этот воскресный день. Аминь. Будем молиться.